Итак, прошла шестая неделя нашего уникального марафона. Друзья, я хочу сказать, что это все бомбически. С каждой недели становится все круче, становится все жарче. И ты понимаешь сейчас на практике, не просто на словах, как ты раньше знала, а уже на практике, как важно окружение. И когда это окружение развивающее, когда это окружение крутое, целеустремленное, поддерживающее, вдохновляющее, это дорогого стоит, поверьте. Ну, как всегда, у нас по утрам проходят заправки, где каждая команда делится своим опытом, будь то в бизнесе, будь то в продвижении на просторах интернета или еще в чем-то. Но это всегда мега полезно. И начинать утро с заправок – это прям вот то. Это такая интеллектуальная зарядка, я бы сказала. Да, по средам у нас всегда проходят презентации. Их сейчас проводят разные ребята. И это тоже очень интересно, потому что у каждого свой почерк, у каждого свое видение, свои какие-то инсайты. Все очень стараются, и, конечно, это очень круто, очень классно. А в четверг у нас проводил Дмитрий Разумовский токеномику. Много полезного, ты понимаешь, что еще многому надо учиться, и как это интересно, то дело, которым ты сейчас занимаешься. Да, это новое, это только старт, ребята, друзья, сейчас самый старт. Пристегиваем ремни, потому что мы взлетаем, ты еще не с нами, поторопитесь, потому что это новая технология, потому что вы попадете в крутое окружение. И самое главное, что здесь есть такая миссия, как менять мир к лучшему. И вот с помощью нас, первых партнеров компании, которые сейчас на старте, не просто в первом вагоне, а у лобового стекла, да, с помощью нас быстрее продвигается и запускается эта революционная технология. Скоро во всем мире, как светлячки, во всех странах зажгутся ноды. Мы идем к децентрализованному интернету. Мы делаем так, чтобы как можно быстрее люди почувствовали защищенность, чтобы они не были уязвимы перед хакерами, перед злобами, перед прослушками своих личных данных, чтобы каждый человек чувствовал, что он защищен. И вот действительно, те, кто вот продвигает эти новые технологии, они двигают прогресс в этот мир. И знаете, каждый проходит вот эти стадии, что сначала кто-то осмеивает, там хмурится, кто-то не верит, а в результате потом большинство кусает локти, говорят, им повезло, они были первыми. Поэтому, ребята, давайте сейчас будьте первыми. В субботу у нас была великолепная школа, Дмитрий и Сергей провели это просто, слушалось на одном дыхании. Ты понимаешь, что ты сегодня, изучая все это, просто в свою жизнь пускаешь и на информационном уровне тоже вот эти все технологии, которые помогают тебе продвигаться на просторах интернет. Ты понимаешь, как важно, что сейчас миром движет действительно контент, да? Кого нет в интернете, того нет в бизнесе. Много хочется сказать, ребята, но лучше приходите, не опаздывайте, обучайтесь вместе с нами, получайте все декс-ноды как можно быстрее, потому что это еще путь к вашей финансовой свободе. Пишите, расскажу подробнее.